Живи и знай, что жизнь прекрасна, и сколько б не было в ней зла, не осуждай людей напрасно, умей прощать и будь добра. Мы от ошибок не свободны, мы люди все, но только те, умом и сердцем благородны, кто всем прощает в простоте. Прощай и ты, умей в прощении свой дар великий показать, и не стыди, что к примирению ты хочешь первую руку дать. Ответь, мой друг, любовью снова тому, кем был ты оскорблен от необдуманного слова. Быть может, сам страдает он. Итак, когда ты оскорбление несешь ты в мире от друзей, тогда у Бога ты смирение, проси для этих скорбных дней. Аминь. Аминь. Слава Богу.